Рашисти продовжують воювати за радянськими статутами та наступати на одні й ті ж самі граблі. Ніяк не можуть успокоїтися. Про це розповів начальник штабу одного із угрупувань наших військ на східному напрямку бригадний генерал Володимир Швидюк. За його словами, ворог діє за старими радянськими стандартами. Чогось незначного рашисти таки навчилися, але все одно діють за статутами столітньої давнини. У московитів було дуже багато білогорівок та чорнобаєвок на цій війні. Але противник все одно лізе по своїх же трупах туди, куди його гонить Кремль. Наприклад, ось орки провели вогневу підтримку атаки. І я вже знаю, що вони далі будуть переносити вогонь глиб нашої оборони. Тому відвожу свої війська. І рашисти б'ють по порожньому місцю. Чомусь їм важко дається така проста річ, як вміння думати, зазначив бригадний генерал Володимир Швидюк. Він також додав, що за тими ж радянськими статутами наступ відбувається за наявності співвідношення 3-1 на користь нападників. І росіяни так і роблять. Але за стандартами НАТО перевага має бути не менше, ніж 6-1. І українські воїни цього дотримуються під час планування атак. Тобто вже за цим фактом видно, як далеко відстали московити від сучасних поглядів на війну і як вони цінують в лапках життя своїх солдатів. Марк Захарович, понимаете, тут какая штука? Конечно, говоря об измельчении, вообще, ну, надо сказать, что вы так задираете планку, значит, масштабов личности, да, значит, ну, а вы, с одной стороны, да, действительно это так, но с другой стороны, вот когда вы говорите там ничтожные личности, значит, эти личности, что Горбачев, что Ельцин, при том, что это разный масштаб людей, каждый из них был, ну, пожалуй, что и намного крупнее, чем те личности, которые... Понимаете, в период вот этого 74 года советской власти это был мощный антиотбор, мощный отрицательный отбор, отрицательная селекция. Она началась, ну, особенно жестко началась с красного террора, с ленинского. Вот недавно мы отмечали, так сказать, 5 сентября только что, это был день постановления Совнаркома о красном терроре. Это ленинская идея, красный террор, да. И Ленин все время писал, надо больше расстреливать, надо больше пытать, надо больше заложников брать. Было уничтожено 2 миллиона человек, 2 миллиона в период красного террора. Значит, постановление о красном терроре было отменено в 1928 году, но, по сути дела, оно было все 74 года советской власти и продолжает действовать сегодня, хотя отменено, но в разном виде. Большой террор сталинский, ну и потом, и вот сейчас мы видим действительно, ну, террор, который происходит в разном виде. Во-первых, это вытеснение людей нормальных, там, какой там философский пароход? Сейчас философские караваны, самолеты, пароходы и поезда, так сказать, утекают мозги, талантливые люди, ученые, возможные политики утекают из страны. То есть это один вариант, так сказать, отрицательного отбора. Второй вариант – это отбор серости на руководящие посты. Значит, для того, чтобы стать начальником, надо было сначала стать молчальником, как в этой песне поется. Значит, во-вторых, надо, так сказать, уметь подхалимничать, уметь доносить, уметь подстраиваться, изгибаться в соответствии с линией партии. Если человек этому не соответствует, его выбрасывают, так или иначе. Значит, и поэтому вот этот вот антиэлитный отбор, он существовал. Горбачев – это была историческая случайность, я еще раз подчеркиваю, потому что он был, безусловно, более ярким, более молодым, более, так сказать, ну, как бы способен к восприятию каких-то идей. Эти идеи были не его, эти идеи ему были привнесены в значительной степени Яковлевым. Это еще одна случайность. Он был в то время, когда Горбачев начал, был послом в Канаде, они там познакомились, и потом он его вытащил в Москву. И Яковлев, так сказать, ему начал вот рассказывать о каких-то планах преобразования страны. И это тоже было уникальное явление. Человек, который на самом деле считал, что, ну, хватит уже делать альтернативно одаренную страну. Надо идти, так сказать, куда-то в сторону современного мира, как он убедился в Канаде, как люди могут жить, как можно руководить странами. И это была действительно уникальная история.
то, что на таком посту оказался человек, способный хоть какие-то разумные вещи воспринимать. Потому что все остальные были не способны. То есть на фоне всего остального, вот этой серости, тухлости, заскорузлости, скрытого сталинизма, скрытого антисемитизма, который доминировал тогда, я просто прекрасно понимаю, каким влиянием обладала русская партия в составе, так сказать, КПСС. Это все было. И там были, ну, личности намного более мелкие. Горбачев вытащил Ельцина в Москву. Иначе бы Борис Николаевич никогда в жизни, он по-прежнему там разрушал бы, так сказать, памятники исторические у себя в Свердловской области. Никогда бы он не оказался в Москве. То есть это была действительно, то есть на фоне того, что было, это были более яркие фигуры. Хотя да, я совершенно с вами согласен, ни по образованию, ни по... ну, слушайте, откуда вообще у них мог взяться люди, которые заканчивали... так сказать, советские учебные заведения, откуда у них мог взяться современные представления о том, как надо вести современную политику. Ну, это же порождение советской эпохи, и тот, и другой. Поэтому здесь, да, ну вот, что называется, что было, то и есть. Ну и последнее, что в этой связи насчет масштаба личности я хочу сказать. Понимаете, идет на самом деле... очень серьезный, очень неприятный процесс, я бы сказал такой, всемирно-исторического масштаба. Это измельчание политических лидеров. Ну, ткните пальцем, пожалуйста, назовите, кого вы считаете крупным политическим деятелем мировым, равновеликим, там, Рейгану, Тэтчер, Рузвельту, например, Черчиллю. Ну вот просто, вот ткните пальцем и назовите. Это дело неблагодарное. Это дело неблагодарное. Неблагодарное дело, потому что есть целый ряд причин, которые приводят к измельчанию политического лидерства. Это, прежде всего, то, что производство политических лидеров становится на поток. Оно как бы производится в результате технологий, пиара, там, политического отбора внутри партии, когда... Примерно так же, по таким же принципам, как в КПСС, не надо ни с кем ссориться, надо тихо сидеть. Ну и как товарищ Путин заявил, он имел в виду, конечно, когда он рассказал детям про резиновую попу, ну это прорвалось у него что-то фридистское, его, так сказать, анальная сущность. Конечно, имел в виду он Молотова с его каменной задницей, как его называют. Но каменная задница звучит по-аппаратному. Она звучит нормально, в том смысле, да, да. Грубо, ну, это... но по-аппаратному, да? Да, ну, это суть. Нет, ну это да. Просто, я сейчас не хочу, это, то, что личность Путина, это отдельная тема, она требует, конечно, и специалистов по Фрейду, специалистов по Юнгу, это все очень интересно. Но в данном случае я говорю о другом. То, что вот эта каменная задница, да, действительно, вот, так сказать, это был способ и не только в Советском Союзе, но и на Западе. Там тоже есть свои каменные задницы, конечно, люди, которые высиживают в партийном аппарате и становятся кандидатами, там, сенаторами. Хотя, в принципе, конечно, там другая совершенно подготовка, там ораторское искусство на совершенно другом уровне, там, с малолетством. Не, ну и потом они же приходят не навсегда. В этом прелесть западной демократии, что каждый дурак, появившийся во власти, а такие тоже бывают, у него одна каденция, ну, две максимум, понимаете, и все. А дальше уже... А здесь-то мы вот... Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.